годы проходя, я хочу к тебе, я хочу к тебе быть твоей мечтой, я хочу к тебе слышать голос. После этой композиции сразу хочется сказать браво, а вам, друзья, сказать, что вот на такой летней романтической ноте стартовал сегодняшний вечер на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Присоединяйтесь к нашей душевной компании, вы не пожалеете. Сегодня у меня в гостях великолепный певец, прекрасный артист, поэт, композитор, член Союза музыкальных деятелей в Беларуси, просто хороший человек Сергей Матиюк сегодня из столицы к нам приехал. Привет! Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, Гомель. Если честно, давно ждал эту встречу, давно шла у нас с тобой переписка на эту тему, наконец-таки творческие телевизионные пути пересеклись. Ты знаешь, посмотрел очень много интернет-ресурсов, где можно только найти Сергей Матиюк. Очень много про твою творческую биографию, про творческий путь, стихи, песни, музыкальные коллективы, которые ты организовывал. Но вот кто такой Сергей Матиюк, нигде ничего не сказано. Поэтому этот час, этот добрый вечер я бы хотел использовать не только познакомить зрителей с твоим творчеством, но и рассказать, откуда же ты. Вот если бы ты делал страницу в Википедии, кто такой Сергей Матиюк, что бы ты там написал? Ну, самому себе льстить, конечно, всегда приятно. Сергей Матиюк — это талантливый белорус, который всем своим сердцем любит свою страну, пытается доказать, что Беларусь на музыкальном поприще занимает далеко не последнее место, пишет стихи, пишет музыку, творит и любит все живое на планете. Такой добрый человек, паук. Несет созидание и красоту. Все верно. Доброту и творческое вдохновение. Да. А совсем недавно ты вернулся из Москвы. Рассказывай, зачем ездил и чем приехал. Ох, поездки были связаны с творчеством. Я участвовал там в нескольких проектах. О некоторых проектах можно уже услышать в интернете, некоторые еще будут стартовать. Это какие проекты, о которых можно услышать? Ну, там, где я уже был, это поп-завод, проект такой, организует его творческая альтернатива Москвы, и они помогают молодым начинающим артистам заявлять о себе. Вот я от Беларуси поучаствовал в этом проекте, исполнил там песенку, рассказал о нас, что мы вот такие живем неподалеку и тоже имеем право на свой голос. Вот, возвращаясь к странице с личной информацией о тебе, вот обычно пишут «родился». Вот
Расскажи, где родился? Где твоя малая родина? Я родился в городе Минске. Я минчанин, но мои родители не минчане. Мама из Бобруйска, отец из Гродно. Но они познакомились, учась в институте. Ну, это обычная стандартная история, как и у многих людей. Они, учась в университете, познакомились. И я уже рождался в городе Минске. Вот. В детстве, конечно, я ездил к бабушкам. То в Бобруйск, то в Гродно. Ну, классика жанра. Классика жанра, абсолютно верно. Но я минчанин, вот я могу так сказать. Моя малая родина – это Минск. Во сколько лет и кто решил, что тебя нужно отдавать в музыкальное направление, в творчество? Мои родители хоть и не связаны с музыкой, но оба они посещали какие-то кружки, какие-то секции в то время были. Мама занималась в театральной секции, отец в танцевальном ансамбле. Или как это правильно сказать? Танцевальный ансамбль, можно же так сказать? Хореографический коллектив, да, танцевальный коллектив. Вот, совершенно верно. Очень популярный в городе Гродно. Я боюсь неправильно озвучить его название, но отец в составе этого коллектива ездил на открытие Олимпийских игр 80-го года. Ух ты! И там даже я просматривал видео, и вот мельком, где камера пробегает, я видел своего отца, да. Чуть позже вернемся к спортивной тематике, потому что завтра всю нашу страну, да что там страну, всю Европу ожидает грандиозное событие, открытие вторых европейских игр. Но вернемся к музыкальной части. Вот кто же решил, что маленький Сережа Матиюк должен быть музыкантом? Коллективно это решили? Я думаю, они хотели просто, чтобы маленький Сережа развивался вообще в творческом направлении. Нет, мое мнение не спрашивали. Я, конечно, как и все мальчишки, хотел играть в футбол, бегать по двору, бросаться камешками друг в дружку. Ну, такое славное детство. Но родители посчитали иначе и отвели меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Мое маленькое эго победило, через несколько лет я ушел из музыкальной школы, но потом в более осознанном возрасте я вернулся в музыкальную школу и закончил ее по классу гитары. Вот. Оба родители были не против. Это в каком классе уже было? Когда это, я, по-моему, в пятом классе уже. Между ними еще был хор гостелерадиокомпании Республики Беларусь «Молодые голоса», в котором я тоже, не могу сказать, работал, который я посещал, наверное. Вот. А потом это было музыкальное... Частью которого ты был. Да, очень популярно. Частью которого я был. Частью этой истории музыкальной. Вот. Также нашел где-то в интернет-просторах и, пообщавшись с некоторыми нашими, оказывается, общими знакомыми, узнал, что вот в детстве даже, скажем так, музыка и футбол, они где-то внутри тебя соперничали. Абсолютно верно, вот, Александр. Как так могло получиться, что и в футбол хотелось играть, и хотелось быть в мире музыки, искусства? Это, наверное, связано с тем, что это два абсолютно... противоположных направлений. Футбол связан с большой потерей энергии, с эмоциями, а музыка, наоборот, созидательная. Она наполняла меня и открывала в другом свете. А футбол — это такое раскрепощение. Ну, какой мальчишка не любит футбол? Какой мальчишка не мечтал стать теперь уже Роналдо, но у нас были другие идолы. Я, например, мне очень нравился футболист Рауль, который играл в Реал Мадриде. Очень. Ну, герои уходят, на сцену выходят все новые и новые персонажи. И поэтому я верен футболу, остаюсь и сегодня. Хоть уделяю ему немного меньшее количество времени, но это та игра, которая заставляет меня почувствовать себя частичкой ее, вот я бы так сказал. Потому что, плавая в бассейне, мы не чувствуем себя частью сборной по плаванию. А вот играя в футбол, иногда удается выйти на поле с известными футболистами белорусскими ранней эпохи. И это всегда вдохновляет. Раз мы уже заговорили про футбол, я думаю, что карты нужно раскрывать до конца. Все дело в том, что Сергей является, как это правильно сказать? Ну, я участником сборной команды звезд, артистов, которая называется Art Stars. Art Stars. Ну, ты там вратарь, нападающий. Кто? Я играл роль нападающего и защитника, выдвинутого вперед. Атакующего полузащитника, выдвинутого вперед. Сейчас моя карьера в Art Stars находится в небольшой паузе, потому что...
У меня родилась дочь. Наше поздравление. Спасибо, спасибо большое. Поэтому немного я сейчас себя посвящаю семье, но планирую вернуться в команду. Кстати, ArtStars, я поздравляю их. Недавно участвовали на чемпионате мира по футболу, который проходил в Москве. Это чемпионат мира по футболу среди артистов. И наша команда из многих-многих-многих команд заняла вот 10-е место. Я считаю, почетное 10-е место, потому что сборные были очень сильные со всего мира. И Нигерия, и Бразилия, и Чили. Там были серьезные команды. Скажи, а команды такие же музыкальные, как и белорусские? Там в составе разрешается иметь двух футболистов, ветеранов. Поэтому они достаточно сильные, потому что, представляете, два ветерана бразильские. Например, два ветерана итальянские, которые играли за серию А. В серии А, точнее. Ну вот, за нашу команду играют такие, я бы сказал, известнейшие популярные артисты, как Дмитрий Колдун, Валерий Дайнеко из «Песняров». Конечно же, да и перечислять Руслан Алихно, Вадим Галыгин. Много-много-много популярных личностей играют за нашу команду. К сожалению, у них не всегда получается присутствовать на тренировках, но они стараются отдавать себя этой игре также. Ну вот скажи, здесь основной акцент делается на что? Именно на какую-то профессиональную игру или все же это шоу? Нет, это все же шоу. И после каждой игры наша команда, когда путешествует по Беларуси, устраивает праздничный концерт, на который сходятся жители городов, которые мы посещаем. И мы совмещаем и футбол, и творчество. Таким образом, я как бы в своей жизни это совмещал. А тут получилось, что есть еще целая команда. Вот благодаря такому артисту белорусскому Альберту Скороходу, вот эта команда уже много-много лет существует, так что лично вот Альберту мои аплодисменты, Альберт. Спасибо. Но продолжим все-таки говорить о музыке. Вот выяснили, отдавали сначала на фортепиано, потом что-то пошло не так, в руках оказалась гитара. А вот на каких музыкальных инструментах ты играешь сейчас? Прошло уже очень много времени, и жизнь не стоит на месте и заставляет нас развиваться, поэтому я владел такими музыкальными инструментами, как ударные инструменты, барабаны, перкуссия. Это, ну, конечно же, гитара во всех ее проявлениях. Это акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара и клавиши. Вот, собственно говоря, достаточно большой... Я могу заменить любого человека в ансамбле. То есть клавиши все же пришлось изучить, несмотря на то, что... Да, много песен своих я написал на клавишах, да. Все равно пришлось изучить. Вот, я даже могу сказать, что большее количество песен я, наверное, написал на клавишах, чем на гитаре. Я хочу нашим зрителям напомнить, что мы... Собственно говоря, по старой, сложившейся доброй традиции, работаем в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить в нашу студию. Вся контактная информация находится вот здесь, вот прямо под моей ладонью. Вот. Или пишите нам смс-сообщение. Вся контактная информация также находится вот здесь. Вот. И, друзья мои, у меня к вам вопрос. Вернее, нет. У меня пригласительный билет на двух человек в Музей истории, печати и фотографии нашей прекрасной Гомельщины, куда вас приглашают. Кому-то сегодня этот пригласительный билет из вас достанется, но не просто так. Сергей, я немножко изучил твою творческую биографию, и, собственно говоря, основываясь на некоторых фактах биографических, я придумал вопрос для наших зрителей. Только я тебя прошу, не подсказывай. Во сколько лет Сергей Матиюк собрал свой первый музыкальный коллектив? Звоните к нам в студию, предлагайте ваши варианты ответов. Есть еще время зайти в Google или какой-то иной. Ну да, но это настоящий музыкальный коллектив. Не просто какой-то музыкальный коллектив, это была настоящая музыкальная группа. Слушай, а вот что стало поводом того, что вот не хочу быть сольным артистом, хочу, чтобы появился музыкальный коллектив? Вот я не знаю, возможно, мое посещение хора гостелерадиокомпании Республики Беларусь, в котором я был, он натолкнул меня на то, что творчество должно быть как-то массовым, может быть, и поэтому я решил создавать коллектив, в котором бы присутствовали много инструментов. Возможно, это веяние коллективов музыкальных, которые я слушал на аудиокассетах в то время, натолкнули, это было популярно. И я, конечно же, вспоминаю с трепетом в душе, это тоже оказало свою немалую роль. Это коллективы, которые уже существовали, более старшие ребята, которые выступали. Я смотрел на них, и мы хотели им подражать. У каждой школы был своего рода ансамбль, и вот мы туда приходили, слушали. Иногда слушали под окнами. В ЖЭСе у нас была студия музыкальная, там играли ребята. И вот таким образом, наверное, в нас накипело, и мы решили сделать что-то свое.
несколько фактов из твоей музыкальной биографии. Сейчас музыкальная биография насчитывает 20 лет. Да, я думаю, да. Да. Более 1000 выходов на сцену. Да, может, уже и больше, но я не стал бы этим так вот прям говорить. Тысячу раз на сцене. Каждое действие несет за собой какой-то опыт и какой-то результат. И очень важно понимать, к чему этот опыт приведет и для чего нужен этот результат. И если у вас есть четкая цель, вы обязательно добьетесь всего, чего запланировали. Я напомню вопрос, который я задаю вам, друзья. Во сколько лет мой сегодняшний гость, певец, музыкант, поэт, композитор Сергей Матиюк создал свой первый музыкальный коллектив. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к беседе. Напомню, что ваши варианты ответов мы принимаем только по телефону. В конце концов, давайте общаться. Победитель получит пригласительный билет на одну из очень классных выставок, которая проходит сейчас в Музее печати и фотографии нашего города. А правда ли, что ты пел на одной сцене с легендарным Бунеем? Да, это так. Это опять же случилось в 2007 году, когда мы были с командой Art Stars на первом чемпионате мира по футболу среди артистов в городе Сочи. Он проходил, и там на гала-концерте мы выступали на одной сцене вместе с Бунеем через несколько номеров. А удалось пообщаться с заморскими? Да, удалось. Все артисты большой величины, очень милые, общительные люди. Очень добродушные и отзывчивые. И, ну, что я мог у них спросить? Мы просто съедали их глазами и были вдохновлены тем, что стоим с такими популярными артистами на весь мир на одной сцене. В который раз ловлю себя на мысли, что время катастрофически исчезает, но хочется и поговорить, хочется услышать и песни в твоем исполнении. Следующая композиция, вот раз уж зашла тема дружбы, так и называется «Сябры». Расскажи немного о ней. Эту песню я написал на стихи белорусского современника Николая Шабовича. Я не одну песню написал на его стихи, но вот эту песню я написал самую первую. Показал ему, очень волновался, переживал, потому что он как автор стихов мог сказать, что «а вот мне не нравится», это тоже важный момент, но он сказал, что «мне нравится», и мы записали эту песню. Эта песня о том, что очень часто, меняя место жительства, да иногда просто переходя какой-то на новый жизненный этап, мы забываем о своих друзьях, перестаем им звонить, редко звоним и пишем, хотя можем жить в соседних подъездах. И нам не надо забывать дружбу, потому что она делает нас лучше. Песня напоминание, песня отдельный совет. Все верно. Композиция «Сябры» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4» в программе «Добрый вечер, Гомель» прямо сейчас. Спаткаемся і зноў куда сустрэчы, як быццам бы павінны я ў нечым. Сябры мае, мы з вамі па адным. Помнимся, что одним мы можем
забудь все, что было. И ссоры, и ласки. С тобой объяснялся напрасно. Ты не понимаешь. Не против, чтобы ты была со мной. И мне не сложно в этой жизни быть другим. Но мы вошли в последний круг, а я не вижу твоих губ, твоих рук. Не против, чтобы ты была со мной. И мне не сложно в этой жизни быть другим. Но мы вошли в последний круг, а я не вижу твоих губ, твоих рук. А между прочим, друзья, только что в нашем эфире состоялась премьера клипа группы «Нова», и называется эта композиция «Я не против». Да, слушай, да. Ну очень, скажем так, драматическая история, но все-таки с хэппи-эндом. И если у меня верная информация, песню эту ты написал в 14 лет. Все верно. Я написал очень давно эту песню. Она, наверное, 5 или больше, чем лет пролежала в полке. Потом я нашел рукопись. Ждала своего момента? Или видимо, просто не, да. Никто не увидел текст? Нет. Я думаю, что она ждала того момента, когда я все-таки осознаю, о чем и как ее надо исполнить. Потому что все-таки в 14 лет я не против, чтобы ты была со мной. И это все-таки не то. Послушай, ну что-то же тогда двигало тобой, чтобы получились именно эти строчки? Или уже спустя 5 лет как-то пришлось немножко коррективы внести стихотворные? Например, маленькое лирическое отступление. Я в 18 лет написал стихотворение, которым горжусь и сейчас. Оно очень короткое и звучит так. «Начал жизнь свою в зеленой траве, и свободу пылал через край. Все звенело в молодой голове. Тогда думалось, что это был рай. Говорили мне, постой, не иди. Говорили мне, ведь ты пропадешь. А я шел. И там встречал на пути доброту, обольщение, ложь.
сколько в жизни смог грехов совершить, сколько нежности другим я дал. Попытаться в корне все изменить или пустить это на собственный вал. Жаль, что все я совершил для себя. Уже поздно мне что-либо менять. Как родился я в зеленой траве, так придется мне в ней и умирать. Вот такое вот философское стихотворение я написал в 18 лет и не понимал, о чем я написал. Ну, с другой стороны, где родился, там и пригодился. Абсолютно верно. Друзья мои, я напоминаю, что мы работаем, как и прежде, в прямом эфире. Напомню вопрос о творческой биографии нашего сегодняшнего гостя. Во сколько лет наш гость Сергей Матиюк собрал свой первый музыкальный коллектив? Звоните к нам в эфир, предлагайте ваши варианты ответов. Ну а правильный вариант получит приглашение в Музей истории печати и фотографии нашего прекрасного города Гомеля на любую выставку, билет на двух человек. Вот касательно музыкальных коллективов. Я и не против композиции, но ведь это не Сергей Матиюк, это группа «Нова», которую ты создал. И группа «Нова» в свое время очень даже так громко заявилась на белорусской, да и не только на белорусской сцене. А потом вот... Я думаю, рассказывай нам, все тайны. Я думаю, что нам чуть-чуть не хватило, а может быть и хватило всего, но в тот момент я пытался развиваться в музыкальном плане стремительно, быстро и соглашался на любую авантюру и любое предложение. И мне предложили поехать в составе одного достаточно сильного коллектива в Арабские Эмираты на контракт. Mm-hmm. Это было что-то новое, необычное, что-то чарующее и волшебное. И я согласился поехать, а проект «Нова» мы поставили в творческую паузу. Но потом жизнь перевернулась так, что мои поездки затянулись на несколько лет, и проект «Нова» сейчас до сих пор стоит в паузе, но я решил не возобновлять его, решил делать новый проект, о котором я расскажу немного позже, и именно под брендом этого нового проекта я представлю последнюю на сегодня завершающую композицию сегодняшнего вечера. Ну хорошо, так а не проще ли проект на слуху? Название коллектива, скажем так, уже довольно известное. Просто представить его в новом виде. Зачем же придумывать что-то новое? Дело все в том, что многие ребята за это время уехали из страны. Кто-то живет в России, кто-то сейчас работает за границей в тех же Арабских Эмиратах, кто-то занимается другими проектами. Ну, музыканты не сидят на месте, все развиваются. И поэтому... Но название-то помнят. Но ничего страшного, все новое, вишневое. И поэтому вы, когда узнаете название моего нового проекта, сольно-несольного, я бы сказал так, наверное, это выльется все-таки тоже в музыкальный коллектив, название не сильно изменилось. Вот я пока похороню в тайне, но очень скоро расскажу. Слушайте, и откуда у нашего сегодняшнего гостя на все хватает энергии? У тебя, скорее всего, 48 часов в сутках. Я думаю, 48,5. Я иногда не понимаю, и мне многие спрашивают, а как тебе удается сохранить такую энергетику в течение всего дня, когда ты отдыхаешь? На что я им говорю, а я просто не напрягаюсь. И поэтому все идет легко. И... Давай послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут, откуда к нам звоните. Здравствуйте, Сергей. Привет, Серег. Как дела? Да, вроде неплохо. Великолепно. Ну вот вопрос у нас такой. Во сколько лет наш сегодняшний гость Сергей Матиюк собрал свой первый музыкальный коллектив? Ну, я так думаю, что первые музыкальные коллективы, как правило, собираются в гаражах, у родителей. Так, я думаю, лет 14-15. 14-15. Вот уже прозвучали и гаражи, и где-то еще. Так, не так? Ну, я не знаю, вы как член жюри подскажите, мы можем засчитать примерно правильный ответ? Можем, я даже объясню почему. Потому что не только... Ну, практически наш зритель Сергей попал в ответ, но и даже предполагаемые локации предложил. Сереж, поздравляем, поздравляем. Сергей, этот пригласительный билет достается вам, так что впереди выходные дни с пользой и интересно проведете. Не забывайте ваш номер телефона оставить нашему редактору, и мы с вами обязательно за рамками эфира уже свяжемся. Всем же остальным напомню, что сегодня у меня
в гостях поэт, композитор, музыкант, член Союза музыкальных деятелей Сергей Матиюк. Так что звоните, присоединяйтесь к нашей беседе и не забывайте, что наш Вайбер также готов принимать ваши послания. Кем ты себя все-таки больше ощущаешь? Футболистом, поэтом, музыкантом? Я скажу так. Артистом, вот, певцом. Все верно. Я больше всего ощущаю себя артистом, потому что это такая совокупная профессия, которая подразумевает несколько течений внутри. То, что я поэт, я вроде не поэт, потому что я не пишу так много, как пишут некоторые поэты. Мне говорят, сколько стихотворений ты пишешь? Я говорю, ну, зависит от музы, от вдохновения. Мне говорят, да нет, надо писать каждый день. Композиторы спрашивают, сколько произведений музыкальных ты пишешь? Я говорю, ну, я пишу, когда чувствую, что из меня идет энергия. Нет, надо писать каждый день и развиваться. А певцы спрашивают, сколько ты выступаешь раз в неделю, я говорю, я выступаю на мероприятиях, которые мне интересны, на благотворительных мероприятиях. Они говорят, нет, надо каждый день, везде. Ну вот, поэтому я считаю, что самое главное в творчестве – это искренность. И когда ты будешь искренне делиться со своим зрителем тем, что у тебя спрятано вот здесь вот внутри, он это обязательно почувствует и ответит тебе взаимностью. Вот так вот. Затронул ты тему благотворительности, есть у меня информация, что однажды ты с друзьями, коллегами-музыкантами решил записать даже пластиночку детских песен. Да. Что это была за история такая и для чего вы это сделали? Она родилась после того, как мы с ребятами организовали благотворительный проект. Нам помогла одна из школ города Минска. Мы собрали у детишек игрушки, собрали несколько мешков игрушек. Вся школа, все ребята несли свои игрушки, машинки, конструкторы, мягкие игрушки. И мы передали их детскому дому-интернату. Это было уже, к сожалению, давно, я прошу прощения, не помню, где он был. Он был то ли в Светлогорске, то ли в где-то далеко-далеко от Минска. Мы передали, приехали к ним с концертом, к ребятам. И уже там у нас родилась идея записать пластинку детских песен, с которыми мы могли бы прокатиться по стране, давая детишкам возможность услышать эти песенки в живом исполнении и как-то пообщаться с ними, подарить им хорошее настроение. Пока этот проект я еще вынашиваю, потому что я очень ответственно отношусь к любой задаче, поэтому, надеюсь, очень скоро с помощью наших партнеров мы реализуем его и обязательно донесем и до вас, и в Гомельской области обязательно посетим несколько мест. Было бы здорово и великолепно. Хорошо, а по какому принципу? Детских песен, ну, к счастью, достаточно много. Вот вы по какому принципу отбирали, что же войдет в этот сборник? Что же вы будете петь? Ну, наверное, это такие золотые хиты, как «От улыбки хмурый день светлей», «Облака белогривые лошадки», «Новогодние» обязательно, «Наши белорусские», может быть, «Колыханка». Вот. Ну вот в такие вот детские песни, которые всегда на слуху, тот золотой топ детских песен, на которых мы выросли. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Или, может быть, попросили всех участников проекта, ну, назвать свои любимые детские песни. Такие варианты тоже были, но вот мы еще коллегиально будем возвращаться к этому вопросу, и я верю, что у нас получится реализовать этот добрый проект. На белорусской эстраде, вот на твой взгляд, чего в музыкальном плане сейчас не хватает? Я считаю, что на белорусской эстраде сейчас не хватает творческих единиц. Это тех артистов, которые пишут музыку сами, которые поют ее сами, которые знают, что хотят донести до зрителя. Я считаю, что коммерческие проекты – это, конечно, хорошо для какого-то материального эффекта, но все же зритель сейчас очень хорошо чувствует, когда человек делает что-то искренне и когда он делает что-то для чего-то. Вот. Поэтому я думаю, что нам нужны творческие единицы, такие как Петр Елфимов, который сам себе пишет и сам исполняет свои композиции.
Да и песняры сами писали. Вот, то есть мы можем называть много-много Beatles, они сами писали и сами исполняли композиции. Да множество американских коллективов, которые стали популярными, сами пишут и сами поют. Бон Джови, множество коллективов. Я считаю, что вот... Но сейчас в Беларуси в последнее время мы стали видеть, что группы, которые играют, у них получается со своим же материалом становиться дальше известными. Это такие коллективы, как Айова, это вот... Нискис, вот, Макс Корж, он сам поет, сам пишет и сам делает искренне подавая материал. И мы видим, что зритель это чувствует и отвечает ему взаимностью. Вот, то есть все, что я сказал, рецепт очень простой, будь искренним, и тебе ответят взаимностью. Вот хотел поинтересоваться, нашел ли ты свою формулу успеха? Вот только что получил ответ. Все дело в искренности. Да, да, совершенно верно, Александр. А ведь у тебя же есть еще и богатый достаточно опыт в работе и с белорусскими, и с российскими артистами. Да, я пишу сейчас на стихи некоторых российских авторов. Я пока не буду открывать карты на каких, на чьи стихи. Но это авторы, которые сотрудничают с звездами российской эстрады первой величины. Вот, надеюсь, у нас получится, потому что я не несу главной цели заработать денег с помощью этих произведений. Скорее, я хочу просто, чтобы мои произведения... У меня не хватает времени, чтобы реализовать их всех. Некоторые произведения не очень подходят для тембра голоса и уже другие технические моменты. Вот. Всегда автору приятно, когда его произведения звучат на экране, просто звучат, когда их люди на улице поют. Это очень приятно. Это вот та обратная связь, которую должен получать артист, который он подпитывается для того, чтобы продолжать творить. Ну, безусловно, творческие эмоции важны для каждого человека. Всем же напомню, что мы работаем в прямом эфире, так что не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашей дружной душевной компании. После небольшой рекламы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор в прямом эфире. Не переключайтесь. Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». В гостях у меня сегодня великолепный артист, поэт, музыкант, композитор. Да хватит, хватит этих регалий. Просто хороший человек. Спасибо. Сергей Матиюк сегодня у нас в гостях. Спасибо, спасибо. Песни слышали, клипы видели, но про группу поговорили, билет разыграли, но еще не все темы для разговоров. У нас еще есть еще темы для разговоров. Помнится, не так давно ты принимал участие в конкурсе «Песня для Евровидения». Расскажи немного об этом. Как решил и с чем решил покорять Европу? У меня есть песня, сейчас она лежит в полке, которая может победить на Евровидении. Очень нескромно, конечно, но это так. Но когда я узнал, что будет отбор, я решил на этот отбор заявить легкую песню. Она называется «Песня ангела», которую я написал. Это мои такие небольшие пробы пера писать на иностранном языке. Мне, конечно же, помогали авторы, помогали люди, которые хорошо владеют языком, редактировали материал. Это очень важно, я считаю, и не надо совершенно стесняться любому белорусскому артисту, любому белорусскому автору подвергать свой материал редактуре, потому что в любом случае последнее решение остается за автором, но может стать и лучше. Это тоже надо понимать, потому что, как говорится, одна голова хорошо, а две головы лучше, как и в музыке, так и в стихах. И вот я выбрал эту песню, и заявился, очень волнительно для меня было. Мне позвонили, мы внесли кое-какие корректировки по таймингу, она должна быть песня не больше, чем 3 минуты, и я, собственно говоря, участвовал, об этом есть материал в интернете, участник под номером, не помню я, 66, по-моему. Как? Я бы такую цифру, если бы я пошел участвовать, не забыл бы. Ну, у меня-то была другая цель, я хотел донести свою песню до жюри и показать вот этот материал. Я считаю, он бы неплохо смотрелся. До зрителей, которые также смотрели. Ну, и до зрителей, безусловно, но это было, нам сказали, что это было такое закрытое, такой отбор, потому что это снималось на видео, была прямая трансляция, потом номера выставили, но все-таки это оценивали только члены жюри, они пропускали уже финалистов в финал. Послушай, в финале уже оценивали зрители. Как угадать, какая песня понравится
Вот, как предугадать то, в каком настроении будет жюри? Как угадать те тенденции музыкальные, которые актуальны именно на этот день, именно на эту минуту? Ну, прежде всего, любому артисту надо быть в теме, как говорится, в тренде. Он должен слушать последние веяния по аранжировкам, смотреть, что нравится зрителю, какие песни занимают первые места в хит-парадах, в чартах. Работать с аранжировщиком, если он сам не пишет, и им делать установки, какой трек должен быть. Либо же привлекать саунд-продюсеров, это людей, которые помогают тебе создать характер трека и его окраску. Либо же быть самим собой, быть фольклорным и продвигать свой собственный стиль. Собственно говоря, я на таком контрасте и планировал вот эту песню представить, потому что все считают, что это должна быть взрывная песня, фанфары, салют. Но мы видим, что в последнее время на Евровидении очень популярны баллады лирические. И, по-моему, несколько Евровидений назад выиграл парень из Испании, из Португалии, который пел совсем лирическую композицию, очень тихую, спокойную. Поэтому я посчитал, что вот на этом Евровидении может хорошо песня прозвучать, именно такая лирическая, добрая, которая призывает людей опомниться и быть вместе. Ну и название — «Песня ангела». Да, «Песня ангела», в ней поется о том... Название ко многому обязывает. Да-да, в ней поется о том, что, ребят, мы не должны ссориться, и даже если у нас есть к другу какая-то обида, мы должны вот так вот взять, повернуться к другу, посмотреть в глаза и сказать: «Я тебя прощаю, давай жить дружно». Ну, в конце концов, земля продолжает вращаться. Абсолютно верно. День сменяет ночь, наоборот, и должны звучать песни ангелов. Я, наверное... Не один хочу, чтобы эта песня сейчас прозвучала у нас в эфире. Зрители тоже, да, я с удовольствием уверен, ждут эту песню. Вас, да? «Angel Song», та песня, с которой Сергей Матьюк принимал участие в отборочных турах на Евровидении, прямо сейчас прозвучит и в нашей студии. Не переключайтесь.
Трудно ли пишется музыка, трудно ли пишется песня? Она пишется не трудно, но это должно быть какое-то определенное состояние, в которое ты должен почувствовать, что из тебя выходит поток энергии, который формируется либо в стихи, либо в музыку, либо, как у художников, это может быть картина, и ты должен это отдать. Иногда это происходит ночью. Я, когда был маленький, слышал, как многие композиторы рассказывали, что я вот могу ночью проснуться, начать писать, или поэты об этом говорили. Я не верил в это, не придавал этому никакое значение, но со мной такое случалось. Действительно, тоже просыпаешься среди ночи? Да, у меня было несколько раз, когда я просыпался, писал строчки, и первое время я не уделял этому никакого значения. Терялись эти листочки, но теперь я понимаю, что это может быть вдохновение, и когда я просыпаюсь, я включаю диктофон, включаю телефон, записываю, а потом с утра просыпаюсь и слушаю незнакомое для себя произведение, которое мне нравится, и я говорю, да, этому быть. Конечно, много песен уходят в полку, уходят в корзину, так бывает, потому что ты уже чувствуешь, что это не то, это похоже на то, там, или какое-то другое венье. Но много композиций потом превращаются в те песни, которые потом люди слышат на радио. Хорошо, но перед тем, как песня доходит до радиопространства, до телевизионных эфиров, наверняка у тебя есть кто-то, вот именно тот человек, который может тебе запросто сказать: «Сергей, это получилось хорошо, а это, ну, вот как-то надо бы еще доработать». Кто твои критики, те люди, вот мнению которых ты, ну, вот просто доверяешь? Я ищу рабочий материал, так называемая рыба, как у музыкантов это называется. Я, конечно, тестирую на самых близких. Это дочь, которая слушает. Ну, ей, в принципе, все нравится. Когда папа поет, она просто внимательно слушает. Ну, естественно. Ей еще 10 месяцев, но я вижу по ее глазам, что ей нравится. Но, конечно, спрашиваю у супруги касательно слов, вот наработочек. Она делает какие-то советы. Очень часто я тестирую материал, который начинаю писать, на обычных людях, на коллегах, с которыми вижусь каждый день, потому что очень важно мнение обычного простого слушателя, который может услышать и сказать: «Да, это классно», или там: «Вот, да, эту песню бы хорошо прозвучало там у Дмитрия Колдуна», там, или что-нибудь такое. Вот, и они сразу делают мне такие бесплатные наставления, в какую сторону мне двигаться, потому что иногда музыканты, настолько завернувшись в собственном мире музыкальном, начинают предпринимать неправильные шаги и уходить куда-то в другое русло. Так происходит с артистами, которые пытаются быть в тренде. Они выпускают один альбом, окей, он популярный, они начинают пытаться выдаивать из себя второй альбом, стараться, а зритель чувствует, что это уже просто навязчивость. Может быть, это обусловлено какими-то контрактными обязательствами, что надо писать, писать, писать и выдавать по 10 альбомов. Вот, опять же, мы можем обратиться к Европе и к Америке, и мы видим, насколько часто там выпускаются пластинки. Они выпускаются нечасто. Например, в России это может быть пару раз в году. По альбомчику, и поехали в тур. Это все связано с тем, что в США, это все связано с авторскими правами, люди хорошо зарабатывают, продавая пластинки. Люди хорошо зарабатывают на авторском праве и на ротациях. У нас же больше на постсоветском пространстве артисты зарабатывают только за счет живых выступлений и концертов, потому что у нас некоторое время назад было активно развито пиратство, то есть песни можно скачать в интернете. За границей вообще нет такого понимания, как это ты можешь трек, скачать себе альбомчик там Мадонны в интернете и просто его послушать. Нет, его можно только купить. И он стоит там 25 евро, 30 евро диск, его можно только купить и послушать, поставить у себя на полку. И вот поэтому вот это обусловлено тем, что там люди зарабатывают достаточно денег, а у нас же артистам приходится выпустить альбом и сразу ехать на гастроли, живые концерты, только так. Конечно, сейчас все меняется, сейчас авторское право начинает развиваться очень активно, и мы понимаем, что артист может написать песню, она будет ротироваться, он будет получать какие-то вознаграждения за это, и таким образом у него будет появляться и желание, и средства продолжать развиваться в этом плане и писать все больше и больше. Вот кто, скажем так, твои
образцы для подражания. Ну, может, можно сказать, даже кумиры. Мои кумиры. Я хотел бы начать с Беларуси. Это песняры, это Валерий Дайнеко, это из молодых Петр Елфимов, безусловно, талантливейший человек. Очень надеюсь, что у меня скоро получится с ним встретиться, потому что он сейчас очень много времени проводит в Москве. Насколько я слышал, он будет участвовать в открытии Европейских игр. Вот, насколько я знаю. Ну, мне очень приятно. Что касается мировых же звезд, это Майкл Джексон, это Клаус Майн из группы Scorpions, это Джордж Майкл, всем известный Джордж Майкл. Mm-hmm. Ну, женщины, это Уитни Хьюстон. Ну, достаточно много артистов, просто каждый артист, у него можно взять что-то свое. Например, у Майкла Джексона какие-то фишечки по аранжировке, у Марай Керри какие-то фишки в вокальном плане, вокальной технике. Но я не могу так сказать, что надо отдаться только одному артисту. Ты должен слушать, слышать, впитывать, пытаться петь и не бояться этого. И вот маленький совет начинающим всем вокалистам и не начинающим Гомеля и Гомельской области. Ребят, чтобы хорошо петь, надо петь. Больше петь, пойте, не стесняйтесь, перед телевизором включайте ваших... Пой так, как будто никто не слышит. Совершенно верно. И даже в душе. Вот почему... Время всегда катастрофически быстро летит. Как его немножко остановить? Это я к чему спрашиваю? Придумали вторые серии. Да? Великолепно. Сергей Матьюк только что в эфире телеканала «Беларусь-4» пообещал, что совсем скоро приедет к нам на вторую серию. Если позовете, обязательно приеду. Так приятно находиться в вашей студии. В начале эфира ты рассказал, что есть какая-то тайна, какой-то музыкальный сюрприз, и пообещал его в конце вечера раскрыть, если я правильно понял. Да-да, Александр, абсолютно верно. И эта тайна заключается... А может быть, это уже и не тайна для тех, кто путешествует по просторам интернета. Мой новый проект я решил назвать «Снова». Снова. S.Nova — это снова. Вот, может быть, на сцене снова выступает. Сергей Нова. Организатор я объединю... Сергей, коллектив Нова. Следующая композиция с очень милым, я бы сказал мимимишным названием «Котятка». Буквально несколько слов, и хотелось бы ее услышать. Эту песню я написал под впечатлением от своей чудесной супруги Виктории. Она... ввела это слово в обиход, я сел и написал эту песню. Написал ее с мыслью о том, что она должна, благодаря вам, наши милые зрители, стать популярной. Так что я готов сейчас представить ее вам. Друзья, «Котятка» в исполнении Сергея Матьюка на телеканале «Беларусь-4» в программе «Добрый вечер, Гомель» прямо сейчас. Глазки у моей котятки яркие, губки.
Буквально несколько мгновений осталось этого эфира, этого доброго вечера. Лето, к сожалению, вот уже первый месяц практически заканчивается. Завтра открытие. Ты будешь смотреть европейский эфир? Да, конечно, конечно, обязательно. Всей семьей мы сядем перед телевизором и будем смотреть открытие, потому что я уверен, что это будет незабываемое событие для каждого белоруса. Хорошо, здорово, великолепно. Какие планы на лето, как решил его провести? В работе готовить, скажем так, к открытию проект снова или все же уделишь время отдыху? Скорее отдыхать мы поедем, когда жара спадет, потому что пока в нашей стране прекрасное время для времяпрепровождения. Так что я буду творить, и буду находиться с семьей. Ну и, конечно же, не забывайте о небольшой концертной деятельности. И еще мы планируем снять клип на песню «Котятка». Уже заведено в музыкальной среде, новый концертный сезон обычно открывается в Международный день музыки, это 1 октября. Так что добро пожаловать к нам в студию. Дорогу, как говорится, знаешь. Буквально несколько слов пожелания твоим поклонникам, почитателям этого вот таланта. Да, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, Александр, эту прекрасную студию, работников этой студии. Конечно, Беларусь-4 за то, что я сегодня имею возможность быть перед вами, мой зритель, и радовать вас своим творчеством и общаться с вами. Спасибо всем вам. Я люблю вас. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что приехал, заглянул на огонек, спел много прекрасных песен, рассказал много интересных историй. Буду рад видеть тебя снова, так что заезжай, спасибо. Снова. Друзья, всем же хочу сказать, что завтра будет новый вечер, безусловно, он будет добрым, а еще хочу сказать, что заходите в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Добрый вечер, Гомель», подписывайтесь на наш Инстаграм, который так и называется «Беларусь4», давайте общаться, пишите, звоните. А на сегодня все. Удачи вам. Пока.